Девочки, а может быть и мальчики, хочу поделиться с вами очень полезным контактом. Значит, каждый декабрь у меня случается истерика, потому что я белого цвета, загара нет, откровенное, красивое, нарядное платье хочется, естественно, тоже на себя напялить, но кажется, что ты с этим платьем сливаешься, есть решение. Студия моментального загара, Чока Загар. Я была там, девочки, мальчики, вчера. Посмотрите, какой роскошный загар. Можно выбрать оттенок, хотите посветлее, хотите потемнее. Очень удобно в использовании. Девушка вас распыляет специальным аппаратом. Сушка, все очень удобно. Я в восторге. Посмотрите, пожалуйста. Чока Загар, благодарю вас. Яшка, доброе утро. Котлетка моя. Котлетка моя. Яш. Яш. Ты мой колесик. Ты мой колесик. Ты мой зайчик. Ну что, режим успеть все включен. Мы с Герой идем купаться. Перед Новым годом нужно навести марафет. Конечно, Гера терпеть не может всю эту процедуру. Я подготовила его еще со вчерашнего утра. Надеюсь, все пройдет хорошо. Яшу не купаю, потому что у Яши в прямом смысле слова истерика. Вот, а Гера все-таки каждый раз мурчит, слышите? Возмущается. Но каждый раз после того, как я забираю его из груминга, мне девочки говорят, у вас космический кот. Смотри, возмущается. Ты возмущаешься, Гера. Гера, мой хороший. Покажите, какой ты красивый там. Посмотри-ка. Он не хочет. Не хочет, мой зайчик. Ну, надо, надо. Надо покупаться. Надо.